лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Когда на сердце одиноко и давит жизнь, мечты круша, знай то, чего не видит толка, хранима ангелом душа. Знай то, чего не видит толка, хранима ангелом душа. Как пламень молнии чудесней, стремителен его полет. Душа забыт земные песни, в объятиях ангела поет. Душа забыв земные песни, в объятиях ангела поет. Мы никогда не одиноки, уйдет с лица печальный вид. Нас ангел все земные сроки, как мать в объятиях хранит. Нас ангел все земные сроки, как мать в объятиях хранит. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях заслуженный артист России, ведущий солист театра рок-опера, лауреат 13-го Александра Невского фестиваля международного патриотической песни Владимир Деденистов. Здравствуйте. Володя, мы с тобой приблизительно одного возраста, одного времени вышли, да, из советского времени. Мне всегда вот очень интересует, ну, так, путь, как человек от этого состояния безверия, безбожия, как человек прошел этот путь, и вот что сейчас происходит. Мне интересно, как это и в твоей судьбе. Потому что свою судьбу я знаю, и многие люди, которые здесь участвуют, я все время спрашиваю, как мы преодолеваем этот в себе этот барьер. Потому что мы были и пионерами, и комсомольцами, и пели, наверное, комсомольские песни, да, в начале октябрятские. Вот. А сейчас ты стал лауреатом международного Александра Невского фестиваля. Вот как ты к этому пришел? Ты уже, получается, что ты выходишь на какой-то вот новый творческий уровень в своей жизни. Это с возрастом или какими-то достижениями-то? Не, ну я думаю, что это зависит от сердца человеческого. Оно, как душа христианка, она требует, не знаю, питания духовного. Я не был крещен до 32 лет. Я помню, в Никольский собор пришел моряком. Я был моряк, и подошла ко мне женщина и предложила мне крестить меня. Я сказал: вы что, я комсомолец? Я так сейчас помню фразу. Я комсомолец. Вот. А так постепенно время сложилось в связи с музыкой, с работой своей на профессиональной сцене. Нам, артистам, не чуждо там тщеславие, и все это. И никогда я с этим в свое время не боролся, а когда окрестился, то я своему духовнику сказал, что мне стало тяжелее жить. А он мне сказал на это, что Вова, говорит, а что ты хочешь? Ты же пошел к свету, и все, что у тебя есть такого нехорошего, то оно как бы высвечивается. Mm-hmm. И я постепенно стал это по мере своих сил откидывать.
и как уж получается. Вот. А на фестиваль, который сейчас недавно, я, собственно говоря, это первый раз. Я никогда не был в фестивале. У меня работа была в Ленконцерте в свое время. 76-го года ансамбль «Калинка». Потом я попал в «Поющие гитары». «Поющие гитары» трансформировались в театр рок-опера. Вот. И в рок-опере я уже пел большие работы, спектакли. «Юнона и авось», «Кентервильское привидение», знаменитый спектакль Вебера «Иисус Христос. Суперзвезда», где я исполнял роль Иисуса Христа. Но с благословения. Благословения церкви. Тогда уже я был крещенным. И именно этот спектакль, чтобы так не было плохого, что есть благословение, это как, я отношусь к этому как к послушанию. Если мне скажут «нет», я сразу уйду. Я не буду это петь. Но это на вас повлияло, да? Это очень на меня повлияло, потому что и на моих детей все это происходит. Потому что у меня трое детей, двое внуков. И, конечно, определенные разговоры и об этом. И мы в храме причащаемся. У нас есть свой духовник. Вот. И он нас ведет, как бы на этом кораблике мы идем по вертикали, даст Бог, к небу. В Царство Небесное наплывем. А вот вы спели песню «Ангел-хранитель». Как она появилась в вашем творчестве? Ну, это я стихотворение священника Логвинова, протоиерея Логвинов, я нашел в интернете. И она, вот, не знаю, я песен, собственно говоря, недавно начал писать, я не писал песен. Потому что были, ну, не знаю, времени, что ли, не было, или как. Ну, это, может, я и не буду. Необходимости такой. Вот, и она произошла так, легла на сердце. Неожиданно про ангела-хранителя, тем более она сама такая не грустная песня, она, можно сказать, даже радостная где-то. Слово «радость» к ней подходит, потому что про ангела-хранителя, он целый зал, допустим, у нас огромные залы были, представляете, у каждого человека в душе христианки есть ангел-хранитель. Целый зал ангелов сидел, так, у каждого есть. Это тихая радость, да, такая? Ну вот, просто люди должны обязательно, я не то что, да, обязательно. Я думаю, что обратиться к Богу, потому что это фундамент. К сожалению, не все сразу понимают, как бы застилает глаза, наверное, что-то мешает. Каждому свое. Но надо открыть для себя, потому что, допустим, та же слово «смерть», она все равно неизбежна. Неизбежна, и все равно придется предстать перед Богом. Я это понял. Не то, что я там... И литературу стал другую читать, понятно, и из-за этого там много... Задумались о душе. О душе, да. Да, о вечности, о смысле жизни, да. Такие вечные вопросы перед вами стали. Ну да, что, допустим, у меня с моей мамой произошло, когда она ушла туда, в Бозе почила. Она ко мне пришла на белом корабле, в тонком сне, и такая радостная. Я понял, что смерть не существует. И она еще при этом, отец тоже ушел, она говорит, надо отцу помочь. Села на кораблик и ушла. У меня было такое настроение, проснулся, потрясающе просто. И понял, да, что да, понял, смерти что она, нет. Надо, да? Что, да, смерти нет. Что жива она... душа, душа живая. Я понял, что надо здесь помогать отцу и матери, если что. Ну, я чем могу помочь? На литургию подавать их. Чтобы молиться, как добрые Бог, дела как делать. Как Бог, да, устроит. Хотелось бы, чтобы... У тебя следующая песня «Что ты дремлешь, душа». Как она появилась в таком в твоем репертуаре? Это как раз об этом, да? Ну, это о пробуждении души. Да, песня о покаянии. Это тоже песня протоиерея Олега Скобли. Скобли. Ее исполнить можно? Да, конечно, да. Пожалуйста. Что ты дремлешь, душа, не покаешься, что коснеешь в великих грехах. День от дня смертный час приближается, вот уж ангел стоит у крыльца, держит ангел в руках книгу совести, оскверненную жизнью земной. И заплачешь ты кровью от горести, как споют тебе вечный покой. Что ты дремлешь, душа, к покаянию приди, не твоя ли там смерть
у порога стоит, и покайся в грехах, и крестом упади, умоляя единого Бога. Вот и кончились дни фарисейские, где вы почести суетных царств. Проклинать будешь гордость житейскую, на ступенях воздушных мытарств. Там и мать, и отец не заступятся пред свидетельством лживых князей. Там и малая кривда осудится наших сует прожитых дней. Что ты дремлешь, душа, к покаянию приди, не твоя ли там смерть у порога стоит? И покайся в грехах, и крестом упади, умоляя единого Бога. Ты услышишь ликующих ангелов, ты увидишь вблизи, как Христос отверзает врата тем, кто каялся и плоды покаяния принес. Что ты дремлешь, душа моя грешная, что коснеешь в великих грехах, так проспишь ты и Царство Небесное, и проснешься в кровавых слезах. Что ты дремлешь, душа, к покаянию приди, не твоя ли там смерть у порога стоит? И покайся в грехах, и крестом упади, умоляя единого Бога. Спасибо, Господи. Хотелось бы узнать, а когда ты обнаружил в себе голос, голос свой обнаружил, как это случилось, и осознание, что ты можешь петь? Ну, это, наверное, самодеятельность еще со школы. Там, как, у меня старшая сестра поет, мама поет, очень хорошо поет, вернее, пела «Царство Небесное». Но голос у меня от нее. Отец, у отца сильный голос, но не такой, как у мамы. Мама трепетный, нежный. Я просто замечал, когда я был мальчиком, что когда она пела, люди вокруг просто замирали. Сидели у нее настолько... Она играла на инструментах. Мы нот не знаем, самодеятельные люди, собственно говоря, от природы. Вот. И оттуда... И получилось, что меня когда послали на службу в Морфлот сюда, военком там сказал отцу моему, но я не знал об этом, что, говорит, я посылаю вашего сына в Питер, может, там пробьет. А я в самодеятельности участвовал. На кораблях, на военных, на подводных лодках, там везде мы по комсомольским путевкам. Я даже приезжал сюда, получил на конкурсе тогда. И в Петергоф меня послали путевки. Я отдыхал первый раз в Питере, смотрел на эту красоту необъятную. Вот. И постепенно, после службы, Валентин Дмитриевич Акульшин такой у нас был, человек, который занимался вокалом в Линконцерте, он говорит: «Вова, пойди прослушайся в Калинку». Я пошел, прослушался, меня взяли. Так. По тому времени это было... Но для меня это было это просто... Это высокая планка, да? Невероятно, да. Просто. Я не думал, что такое может произойти. Потому что это сразу профессиональный... Я человек самодеятельный совершенно. А тут вдруг на профессиональную сцену, да, сразу же просто в такой коллектив. Поющий, это... играющий, танцующий, двигающийся. Так, русские песни пел он, это Калинка в свое время. Здорово было. Обрабатывали, да, современные обработки? В современных обработках, конечно. Ну, мы все слышали пластинки ваши. Изо всех окон. Повезло, да. Наташка, Наташка. Наташка, там Деклен шумит, Наташка, Наташка, вот эти песни. Я даже сегодня хотел, знаете, подмывало эту песню вспомнить, Наташка, Наташка, вместе спеть. Но потом подумал, что у нас не формат передачи. Потому что хочется, понимаете, о том времени с теплом вспоминаешь. Вот эти старые песни о главном, они настолько чистые были. У меня не было никакого... такой грязи.
с теплом вспоминаю о том времени. Мне родители тоже пели. Я сидел под столом и улавливал каждый звук. И народные песни. Душа пела. Вот, и слава Богу, вот она откуда закваска, да? Ну, от воспитания, от родителей. И сейчас даже, я сейчас, когда вот концертной деятельностью занялся, то вспоминаешь старые песни, и вижу, как народ реагирует на старые песни. Это настолько тепло, вот как вы сейчас рассказали. Вот такое же тепло просто. Как воздух глотнули глоток. Ну вот это... Я-то тоже крестился в Никольском соборе. 33 года. Тоже это все в одно время, можно сказать, происходило. Меня больного притащили. Человек один... знакомый, притащил меня в Никольский собор и крестил. Я вот хочу именно вот в те годы, хочу вспомнить о том, как наша душа, вот она искала, для чего она живет, почему. И вот мне вот тоже еще хотелось поговорить о том, что в Севере мы же не бросили, не ушли ни в бизнес, не завели ларек какой-нибудь, не уехали за границу. Это же тоже подвиг остаться здесь. Голос-то дар Божий, правильно же? Это остаться со своим народом и здесь вместе с ним все пройти и выйти как на какой-то новый уровень, да, через как кровь, пот и слезы. И какой-то духовности к чистоте. То есть свою судьбу, своего народа пережить и выйти на новый уровень какой-то. И я вот сейчас спою песню того времени, но она мне кажется, близка и, вот, и тебе, и мне. Она называется «Ищу сравнение». Ищу сравнение, но поиски бесплодны. Язык богат, но смысл неуловим. Не лучше ли устам моим голодным назвать предметы именем своим? Прорвет плотину, и мысли хлынут, все станет так, как я хочу. Проходит время, жду, но как душе тревожно, в глазах моих блуждает свет и мрак. Так жить, как я, уж больше невозможно, исчезнув в пустоту. Но как же так? И я не знаю, зачем играю. Зачем по-прежнему живу? Хотелось бы. Теперь я знаю, зачем играю, зачем пою, зачем живу. И сейчас мы как раз в таком находимся в продолжении того времени. Значит, вы всю жизнь с музыкой. Ну, вот так, с 20, да. с 16 лет. Всю жизнь лет. Поете? Да. Никогда не надоедало это? Это для вас... Ну, считайте, что это дар Божий, да, Господь? Или сначала вы думали, что это ваше достижение? Какие были периоды-то?
Да просто пел. Огонь, да. Вода и медные трубы. Медные трубы были? Да все было, конечно, еще как было. Серьезно было. Я, даже если так говорить, то было очень серьезно. Я даже дошло до того, как способ. Я обет пред Богом давал насчет медных труб. Просто давал обет, и сейчас я дал обет, потому что были определенные моменты жизненные, когда я чувствую, я слаб, без Бога я ничего не могу. Я понял, потому что это не то, что я сильный, не сильный, я без Бога тяжело. Вот. А с ним легко. Легко преодолевать себя именно, побеждать. Все могу в укрепляющем меня Господи. Это я на себе испытал, могу просто честно об этом сказать. Действительно, я, может быть, уже где-нибудь, если так просто сказать, под забором где-нибудь валялся. Может быть. А сейчас у вас вот новое дыхание, да? Второе дыхание, третье, четвертое. В связи с этим фестивалем. Я надеюсь, ваш репертуар сейчас, именно вот этот блок духовный, он сейчас вырастет. И я думаю, что вот надо все-таки вам... Так как Господь дал дар, так же, как ваша мама, чтобы слушали вас, стараться искренне все передавать. Да. Стараться тоже не опускать, а как планку поднимать все выше и выше. Так заметно, люди именно поэтому тоскуют сейчас. Я не знаю, как это происходит, но вот начинаешь, когда духовный в концерте блок, они... С таким вниманием это слушают, это видно. Затаив дыхание. Да, они говорят, что этого сейчас не хватает. С этим шумом, за всем это надо. Просто необходимо, я думаю. А друзей у вас много? Много. Много. Хороших друзей, да? Еще с того времени и новые? Ну, от того. Я приехал, я же сам с севера, с Мурманска. Приехал с своим концертом уже. Никогда не думал, что приеду. Очень много на кладбище ребят. Очень много. Одноклассников, да. Одноклассников. Друзей. Обидно так. Тем более, самый дорогой друг там у меня, Юрий такой, Царство Небесное, тоже там оказался. У вас там следующим номером песня о друге. Музыка Гладкова, слова Шефнера. Почему вы ее, вот мне интересно, почему вы ее решили сегодня спеть? Ну, песня, это песня об ангеле-хранителе. Тоже, да? Да, но песня, она как бы написана Шефнером о друге, но я думаю, что это об ангеле-хранителе. Все. Можно хорошо, да, можно спеть. Сегодня вспомнил я, что друга позабыл, который в детстве мне других дороже был. Он был честней меня, сильнее и умней. Он в трудные часы был совестью моей. Бывало с ним вдвоем, бродили по лугам, нас острая трава хлестала по ногам. Вдвоем встречали мы весенних птиц прилет, кипучие ручьи, переходили вброд. Но разлучились мы с годами, я забыл о добром двойнике, который другом был. И он навек к лугам, к жужжанию мирных пчел, из памяти моей обиженно ушел. Когда-нибудь и мне придется умирать, обступят все друзья больничную кровать. Но вспомнив, что среди них нет друга одного, последней волею я призову его. И сосны зашумят, и травы запоют, и стебли диких трав линолеум пробьют. Из детства он придет по травам полевым, и взрослые друзья расступятся пред ним. Спасибо, Господи.
Мне хотелось еще о ваших теперешних планах. Чем вы сейчас занимаетесь? К чему готовитесь? Ну, сейчас у нас концертная программа в основе своей. Мы уже сделали 3 концертных программы. Угу. 3 у нас. И готовим полностью духовную. Мы выступали вместе с Валерием Малышевым в свое время тут. Угу. Вот. И, конечно, все стремление внутри у меня идет именно... В каждой песне ищу вертикаль. Да. Да, Богу именно. Чтобы был смысл, да, душа. Чтобы был смысл, угу. Да, когда просто песни петь. Когда в них. Ну, о страстях человеческих уже хватит уже, да. Ну, понакипело, да. А вот спектакль «Серебряный век», что это такое? Ну, это неожиданно. Выходя из дома, я услышал произведение Рахманинова «Слезы». Вот не поверите, я в дверях встал просто. Оно по радио передало. Капельки кап, кап, звук у него кап. Mm-hmm. Потом это развивалось, развивалось. Я замер, я до конца дослушал, потом такой ушел. Mm-hmm. А потом мысль появилась вот с Ксюшей, с моим директором, с нашим директором. У нее много стихов, и брат у нее пишет. И mm-hmm. по поводу века серебряного наших поэтов, которые mm-hmm. среди вот этого всего, этой беды... Mm-hmm. Они как ростки прорастали именно с их красотой, их стихов, их страдания. Вот через эти страдания они как бы пробивались наверх. То есть вы берете их стихи, да? Да. А музыку кто пишет? Я пока не знаю, это тайна. А это у вас такая? Да, это я мысль рассказываю. Может получиться, мне кажется, даст Бог, если... Хочется, чтобы вы еще пели и пели. Но не знаю, как там у нас по времени. Да. Программа у нас не очень длинная. И человек не может раскрыться полностью за полчаса. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь увеличит программу. Я думаю, что мы еще встретимся, потому что мне хочется вот со многими людьми хочется встречаться и какие-то этапы пути творческого. Во-первых, можно еще приглашать на свои концерты, можно друзьям передавать приветы. Вот. И тем, кто вам помогает, живет с вами, терпит вас. Да. Да? Так что благодарю вас за то, что вы пришли на нашу передачу. Спасибо. Божьей вам помощи и благословения. Хотя вас отец Нектарий уже там благословил. Благословил. Вот. Ну, и тоже вам Божье благословение на творческую деятельность. Надеюсь, мы как-нибудь даже вместе в каком-нибудь концерте поучаствуем. Я с удовольствием. Объединимся. Как-нибудь сделаем сводный концерт участников программы «Лаврские встречи». Здорово. Здесь, в Лавре или где-нибудь еще. Так что, Божьей помощи. На этом, дорогие братья и сестры, передача «Лаврские встречи» подходит к концу. Мы с вами прощаемся. С вами были священник Анатолий Першин и Владимир Деденистов, заслуженный артист России. Спаси Господи.